В том состоит наша праведность. Слушайте, даже не в том, что мы уже ничего не грешим, а в том, что мы тут же каемся перед Богом. «Господи, прости меня! Опять я!» И сколько раз? До 7 раз? Седмижды 70 раз. Вот тогда человек начнет чувствовать. Когда каждый раз говорит: «Господи, прости меня!» Ну что же я со мной творится? «Господи, прости меня!» Каждый раз. Тогда постепенно у него пробудится вот то, о чем пишет преподобный Петр Дамаскин. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, как песок морской. Вот оказывается, что мы думаем, что если уже духовная жизнь, значит, уже знать чудеса, значит, уже прозорливость, значит, уже воспарение к Богу. А он что говорит? В чем не от себя, еще раз повторяю, а от опыта святоотеческого. Вот что он является. И Господь поэтому начал заповедь блаженства: «Блаженны нищие духом». О! Ну, как еще скажешь, когда видишь, когда по 70, по 500 раз на день согрешаешь. А кто это видит, что 500 раз? А я не знаю, сколько раз в день. Ну, раз, ну, может, два. А может, даже и не раз. Совсем святой. Вот, ну, еще немножко, и можно живьем канонизировать.